уникальное предложение, которое нам сегодня предлагает бренд Energy. Это три варианта мясорубок, которые вы сейчас видите перед собой, причем они идут сегодня по одной цене, это наш сегодняшний товар дня. Но мясорубки отличаются не только расцветками, но и своим функционалом. Посмотрите, шикарно. Например, самая мощная мясорубка, вот эта красная, она 2 киловатта мощностью, чуть менее мощная идет 1,5 киловатта мощностью черного цвета, а серого цвета это мясорубка, которая имеет еще дополнительную комплектацию овощерезку. И вот эти все три мясорубки вы можете выбрать по единой цене, неважно, какую выберете по дизайну. И посмотрите, сколько много интересных блюд. Говоря мясорубка, это что, первое? Мясо! Правильно? Мясо, фарш. И посмотрите, сколько много разных блюд можно приготовить с помощью всего лишь одной маленькой, компактной, но очень мощной мясорубки. Обратите внимание, шикарные люля-кебаб, прекрасные котлеты, хоть рыбные, хоть мясные, хоть овощные. А если мы говорим про какое-нибудь европейское блюдо, рестораны, как насчет лазаньи? А бургеры? Дорогие друзья, если вы любите бургеры, но сейчас по каким-то причинам не можете их приобретать в фастфуде, вы можете их приготовить сами, потому что с помощью мясорубки. Да, кстати, у меня есть небольшая, извините, конечно, не очень приятная новость, потому что их всего лишь 1000 штук на сегодняшние 4 эфира, которые сегодня будут. Поэтому, пока вы думаете, они уже начинают заканчиваться. Ну как это? Давайте начнем с говядины. Мы же вроде договаривались. Давайте, смотрите, прекрасная говядина, посмотрите, которую мы сейчас видим. Видите, какая вот прям именно второго сорта, которая котлетная масса, которая идеально подойдет. Ну что, попробуем? Смотрите, начнем включать. У нас есть, кстати, включатель. Включаем. Ну а дальше процесс пошел. Посмотрите, меньше чем за минуту мы... Мы можем все это измельчить. Посмотрите, моментально, благодаря острым ножам из высококачественной нержавеющей стали, мясорубка легко справляется со своей задачей. Она практически проглатывает мясо. Кстати, говоря про эту мясорубку, которая сейчас измельчает мясо, оно готово измельчить больше килограмма за минуту. Представляете, больше килограмма. Благодаря острым ножам, благодаря 1,5 киловатта максимальной мощности, она легко справляется с говядиной. Причем, я скажу вам, жилистая говядина. Видите, какая жилистая говядина? Именно с этой говядиной легко справляется со своей задачей. А? Ну, прекрасно. Кстати, в комплектации у этой мясорубки идут два диска. Один диск идет на 7 мм. Второй диск на 5 миллиметров. Тут уже на любой выбор. Удобный вместительный лоток, который сделан из специального материала, который не ржавеет, который не окисляется. Да-да-да, посмотрите, уже практически полная чаша. И это благодаря нашей мясорубке, о чем мы с вами говорили. Меньше чем за минуту легко справляется со своей задачей. Ну, я думаю, давайте пока остановимся, потому что хочется рассказать еще и про другие мясорубки, которые тоже у нас есть в комплекте, которые есть тоже на выбор, потому что это одна из мясорубок была, как я уже говорил, в комплектации этой мясорубки у нас идут два вот таких диска. Один диск уже вставлен, он идет на 7 мм, второй диск на 5 мм, плюс основа, которая легко крепится за щелкой, плюс нож, который сделан из высококачественной нержавеющей стали, все это мы покажем в течение нашего эфира, плюс лоток, который сделан из пластика, который не ржавеет, но очень вместительный. Вы сами видели, что здесь больше килограмма поместилось, и мы моментально, меньше чем за минуту, прокрутили уже практически полную плошку нашего мяса. Сама мясорубка, вы сами только что услышали, абсолютно тихая, то есть тише, в принципе, работает как холодильник по громкости. Более того, сама мясорубка компактна, имеет ручку, посмотрите, за которую можно поднять, перенести, абсолютно легкая, поэтому удобно ее хранить, когда она вам, например, не нужна. Легко разбирается, легко собирается, ничего затягивать не нужно. И вот мы видим сейчас второй вариант еще увидим в нашей мясорубке. У нас три варианта сегодня представлены. Вот сейчас в черной мы как раз измельчили говядину. Есть красная, которая помощнее. Кто любит помощнее, кто любит мощнее. Она уже идет номиналом 2 киловатта, уже больше 2 килограмм за минуту. Ну и есть у нас мясорубка серого цвета, которая еще дополняется овощерезкой, которая нашинкует, которая измельчит именно благодаря дополнительной насадке, которая идет. Неважно, какую выберете модификацию, цена сегодня единая. Сколько цена? 3999 рублей, минус 20%. Ну, знаете, вот хочется все-таки с мощной еще поработать. Теперь вот видите, вот красная, да? Она идет за ту же цену, 3999 рублей, но она помощнее. Если та была 1,5 киловатта, то здесь максимальная мощность 2 киловатта. Комплектация аналогичная, как и у предыдущей мясорубки, но мощности здесь побольше. Вот я поэтому специально выбрал потруднее продукт. Я выбрал жилистое мясо. Посмотрите, какое жилистое мясо, которое мы сейчас как раз-таки, видите, в принципе,
ну, тяжело даже порвать, видите, вот, то есть реально, вот, вот они те самые жилы, из-за которых частенько приходится все это переделать. Дальше все просто, мы включаем нашу мясорубку, ну а дальше начинаем уже готовить. Да, просто готовить, смотрите. Включили, выключили, процесс пошел. Смотрите, вот самое интересное, видите ножи? Вот сейчас ножи трутся об диск из закаленной стали, из углеродистой стали. И параллельно еще и самозатачиваются. То есть здесь самозатачиваются ножи, это очень важно. Я потом это более подробно покажу на пустой мясорубке, что понять, что эти ножи подтачивать не придется. Ну да, действительно, вы знаете, она очень мощная. Посмотрите, она легко справляется с жилами. Ну, а что, в принципе, и следовало доказать. Что еще нужно для мясорубки? Легко справляться со своей задачей. И она реально легко справляется. Жилы не наматываются. Кстати, неважно, какую выберете мясорубку, у каждой мясорубки еще есть функция реверс. Что такое реверс? Это обратный ход. Если вдруг по каким-то причинам, может быть, ребенок засунул вилку, она заблокируется, может быть, у вас заклинит из-за косточки, которую проглядели в мясе, то вы можете нажать функцию реверс, не разбирая ее, чтобы шнек начал крутиться в обратную сторону, что позволяет как раз-таки... Слушайте, но она действительно оправдывает свои 2 киловатта. Она легко справляется. Также еще раз напомню, что красная мясорубка – это следующий вариант. Она более мощная, чем предыдущая. Если та была 1,5 киловатта, то здесь максимальная мощность 2 киловатта. И у меня все, у меня мясо уже закончилось, а прошло-то времени меньше минуты. Вот, смотрите, быстро. Так быстро, да подождите вы, а то 2 кусочка мяса я не оставлю. Все, вот теперь можно и выключить. Посмотрите, ну сколько? Ну действительно, меньше минуты прошло. Полная чаша, посмотрите, какой фарш, посмотрите, какое прям рубленное получилось мясо. Вот действительно, когда вы готовите, например, биштекс или готовите манты, там лучше рубленое мясо. Очень хорошо, потому что в комплекте здесь есть как раз таки кольца. И вот еще раз давайте посмотрим, что, говоря про мясорубку, ведь это не только мясо. Это не только мясо, посмотрите, потому что это еще дополнительно еще и вот мы видим и джемы, это еще и разные закуски, как форшмак, вот как паштеты, это все благодаря мясорубкам. Это как раз таки те самые, как вам сказать, те самые закуски, которые можно приготовить, опять же, с помощью нашей мясорубки. Так, сейчас ручки помоем, потому что хочется показать вам больше интересного, то, что вы сейчас видите перед собой. Потому что еще раз напомню, мы представляем сегодня за одну и ту же цену сразу 3 модификации мясорубки. Давайте еще раз их покажем, а потом мы разберем, посмотрим. Первая модификация, вы уже познакомились, это черная, которая идет максимальная мощность 1,5 киловатта с комплектацией 2 диска 7 мм и 5 мм. Вторая мясорубка с такой же комплектацией, 2 диска 5 мм, 7 мм, с ножом из нержавеющей стали, с максимальной 2000. Опять же, и третья модификация серая, идет такая же, как черная, но с дополнением овощерезки. Итак, 3999 рублей, минус 20%. Неважно, какую бы вы модификацию не выбрали.